Работа с таким материалом, как глина, хоть и трудоемка, однако результат стоит терпений и затраченных сил. Так считают воспитанники объединения «Керамика» образцовой студии декоративно-прикладного творчества, которые уже 7 лет работают при Центре дополнительного образования детей и молодежи города Бреста. Судя по представленным на выставке изделиям, вывод однозначен. К делу эти ребята подходят серьезно. Не боятся сложностей, воплощая в жизнь самые смелые задумки. Здесь и колядные гуляния, и цветочные вариации, и праздничные яства. Во всем присутствует белорусский колорит во всей своей красоте и разнообразии. Направление «Керамика» непосредственно у педагога Дударевой Лидии Эдуардовны, чья выставка сегодня представлена в зале, представлена 4 учебными группами. На сегодняшний день это 54 человека. Это ребята в возрасте от 5 лет и старше. Маленькая группа подготовительная, называется нас «Воробушки». Это для детей 5-летних и 6-летних. Дальше дети приходят в студию керамики. Она у нас образцовый любительский коллектив, и 4 года они занимаются по базовой программе. Родители и дети приходят в течение всего учебного года, просятся на занятия, хотят заниматься, группы очень наполненные. В этом году еще один у нас педагог работает по направлению керамики и также востребовано. Помимо удовольствия, данный вид творчества еще и полезен. Контакт с природными материалами влияет благотворно. Ребенок развивает умственные и творческие способности, вырабатывает моторику рук. Вот почему предусмотрительные родители приводят своих детей в объединение керамика. Первая персональная выставка учащихся удачно вплелась в канву богатой экспозиции. На музейных стеллажах, помимо детских работ, можно было увидеть старинные изразцы и изделия белорусских гончаров, начиная с 13 века. Сегодня эти экспонаты особенно ценны, ведь они отражают обряды и обычаи повседневного уклада жизни предков. До сегодняшних дней это ремесло не забыто. И наша современная молодежь тоже пытается сохранить это ремесло, ну и уже таким индивидуальным каким-то способом показать новый вид рождения изделий из глины. Изделий керамики. Порядка 150 экспонатов, представленных на выставке, заслуживают внимания брещан. У тех, кто не успел посетить экспозицию, есть возможность сделать это до 28 февраля.